и он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 Уголовного кодекса, то есть нарушение требований безопасности при производстве иных работ, которые повлекли по неосторожности смерть человека. В силу действующего законодательства, устава и иных организационно-распорядительных документов предприятия, обязанности по обеспечению безопасности при производстве лесхозяйственных работ, а также по размещению грузов, возложены лично на директора данного предприятия. Руководителю предъявили обвинение в нарушении правил безопасности при проведении работ, которое повлекло смерть человека. Наказанием по этой статье могут стать принудительные работы на срок до 5 лет с дополнительным запретом работать на определенных должностях. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 5 лет. Напомним, трагический случай произошел в районе мелькомбината в конце мая прошлого года. Тогда несколько детей зашли на территорию предприятия и забрались на штабель высотой около 5 метров. При попытке спуститься вниз бревна покатились и придавили 13-летнего мальчика. От полученных травм он скончался на месте.